Всем привет! Всем привет! Меня зовут Данил. Я готовил это выступление больше года, поэтому давайте дождемся остальных зрителей, которые еще не подошли. Прошу отнестись к этому с пониманием, потому что для меня это очень важно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь что-то пропустил, поэтому давайте подождем, ну, буквально минуту, может быть, пару минут. Если, кстати, кому-нибудь нужно отойти в туалет, то можете это сделать. Вы сейчас ничего не пропустите, мы пока ждем. Вы, кстати, замечали, что когда ждешь и ничего не делаешь, что время идет медленнее, а когда что-то делаешь, то быстрее? Я вот такого никогда не замечал. Что-то у меня как-то с этим не сложилось. Вы, кстати, можете пить и есть, меня это не смущает. Я знаю, что есть выступающие, которых смущает, когда их зритель пьет или ест, или делает это одновременно. Меня это не смущает, можете пить, есть или делать это одновременно. Все нормально. Так, ну давайте еще немного подождем и начинаем. Только начинать буду я, ведь вы уже начали как минимум ждать. Как я вижу, больше никто не подошел. Большая часть зрителей не пришла. Я, конечно, никого не звал, но были надежды. Поэтому давайте проведем это в следующий раз. Сегодня выступления не будет, но это того стоило. Всем спасибо. Пока.